никто, к сожалению, не может дать гарантии, что не будет ухудшений, не будет второй, третьей волны, что эффективными окажутся те лекарственные препараты, которые сейчас готовятся. Но только совместной работой мы сможем здесь пытаться достичь именно желаемых результатов. Мы должны, несмотря на все различия, которые есть в наших позициях, несмотря на разницу идеологических подходов, которые существуют, естественно, в различных политических партиях, постараться придать такой импульс нашему сотрудничеству через государственные институты, через исполнительную власть, через парламенты, через правительство, чтобы вот это взаимодействие действительно смогло нам помочь преодолеть самый страшный вызов, с которым столкнулось человечество в 21 веке. Мы все это прекрасно понимаем, нам рано успокаиваться, коронавирус никуда не ушел. Как долго нам придется находиться в таком противостоянии, никто не знает.